Что произойдет после ваших похорон? Уже через несколько часов все перестанут плакать. Ваша семья наверняка начнет организовывать встречи, где будет кормить ваших родственников, друзей. И на этих встречах многие даже не будут обсуждать вас. Они обсуждать будут политику, спорт, да вообще все, что угодно, но только не вас. На следующий день все станет на круги своя. На дорогах снова появятся пробки. И снова пройдут очередные выборы президента. А ваш сосед также будет продолжать жаловаться на плохую жизнь. Уже на следующую неделю ваши дети пойдут на работу, а ваш босс наверняка найдет вам замену. Пройдут месяцы, и ваша жена или муж впервые засмеются над шуткой, услышанной с телевизора. А уже через несколько лет только единицы смогут вспомнить, как вы выглядели и какое было ваше полное имя. А теперь у меня к вам вопрос. Если такой маленький процент людей запомнит вас, то ради кого вы живете? Почему каждый день, выходя на улицу, единственное, что вас волнует, а что обо мне подумают окружающие? Поверьте, они не думают о вас. И вряд ли будут.